Энергетическая компания ТГК-2 расторгает договоры с платежными агентами. Например, Почта России принимает на данный момент от населения платежи за коммунальные услуги и за это получает от генерирующей компании около 2% суммы платежей. В результате расторжения договоров с 6 марта комиссию за прием платежей населению, возможно, придется платить самостоятельно. В этом году заявки на получение гранта в сфере культуры в Архангельской области поступили более чем от 20 общественных и некоммерческих организаций из 10 муниципальных образований региона. По итогам конкурсного отбора гранты губернатора в 2015 году получат авторы 7 проектов из Архангельска и области. Торжественная церемония награждения победителей состоится 20 марта в рамках празднования Дня работника культуры. 20 марта в 18:00 на сцене Архангельского городского культурного центра состоится премьера международного хип-хоп-спектакля «Одиссея». Он был создан в 2010-м в рамках Года Франции в России парижскими хореографами. Связь с гомеровским сюжетом довольно условна. Это сага о северном племени, которое отправилось на поиски света и смысла жизни, а главное – на поиски себя. Франко-русский хип-хоп-проект уже увидели в культурных центрах России и Европы. 20 февраля Министерство культуры разместило для общественного обсуждения законопроект о глобальных лицензиях. Лицензия фактически предполагает отказ от защиты объектов авторского права в сети. Любой интернет-пользователь сможет использовать произведение безвозмездно, но за ежемесячную плату. По предварительным данным, сбор с каждого интернет-пользователя сможет составить около 25 рублей в месяц. В Архангельске лунная тень скроет солнце почти на 80%. 20 марта звезда будет скрыта в среднем на 1,5 часа, а пик затмения придется на 10-20. В следующий раз такое явление можно будет увидеть в 2033 году, поэтому интерес к нему очень велик. Турфирмы активно продают путевки на Шпицберген и в Мурманск, где солнце будет закрыто более чем на 90%, а полностью в тени луны оно будет лишь на Северном полюсе.